Евгений Куйвашев поздравил ученых, работников научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений с Днем российской науки. Как отмечено в обращении губернатора, в этом году мы отмечаем 300-летие Российской академии наук, основанной 8 февраля 1724 года по указу Петра I и заложившей фундамент развития российской науки. Выдающиеся открытия и достижения российских ученых обеспечили нашей стране славу ведущей научной державы, обладающей передовыми технологиями. Сегодня отечественная наука играет определяющую роль в достижении технологического суверенитета России и инновационном росте экономики. Свердловская область – один из крупнейших научных центров России. Порядка 22 тысяч человек занимаются научными исследованиями и разработками в нашем регионе. У нас работает более 20 институтов и научных центров Уральского отделения Российской академии наук. Поддержка научно-исследовательской деятельности является одним из приоритетов в работе правительства Свердловской области. Мы уделяем большое внимание реализации инновационных проектов, укреплению научно-производственной кооперации, отметил Евгений Куйвашев. Губернатор поблагодарил деятелей науки за творческий труд, большой вклад в социально-экономическое развитие России и Свердловской области. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия, новых прорывных идей и научных открытий.